Я знаю, что в этом чате кого-то критикуют, нападают, кто-то по религии не устраивает, кто-то по языку, еще что-то. Друзья, давайте мы будем объединяться по главному вопросу. Мы хотим построить демократическую страну. Мы против этого мафиозного режима. И мы разные. Есть разные люди по разным признакам. Кто-то атеист, кто-то верующий, кто-то одной национальности, кто-то другой. На нас должно объединять одно – нетерпение, нетерпимость к этому мафиозному режиму, желание построить демократическую страну. А те какие-то мелкие противоречия, или если есть, если мы вокруг них будем ходить, тратить на это время, мы никогда не объединим всю нашу страну. Мы должны объединиться в главном. А затем, когда будет создано временное правительство, вы можете создать партию и набирать своих сторонников, конкурировать с партией «Демократический выбор Казахстана». Но при нынешнем режиме, режиме Нурсултана Назарбаева, невозможно никакой конкуренции. Эта власть давит тех людей, которые религиозны, не дает им свое конституционное право реализовать. Власть не должна преследовать за вероисповедание, не должна преследовать по национальному признаку. Эта власть не дает жить никому. Поэтому, если мы хотим добиться смены режима, мы должны объединиться по главному вопросу. А все остальное мелочи, что-то вот не так, кто-то там фото выставляет, которое не нравится, не та одежда, все это ерунда. Так мы никогда не объединимся. Поэтому мы этот чат используем для объединения людей, для активизации, для координации. Создан штаб ДВК. Я еще раз обращаюсь к вам, что необходимо обязательно создавать ячейки. Мы народ великой страны, Казахстана. У нас есть выбор. Шалкет. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.